По состоянию на 15 июля Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями. За весь период 8572 случая COVID-19. Выздоровели за сутки 259 ямальцев. Всего за весь период пандемии 3535 человек. 15 июля в населенных пунктах Ямала подтверждено 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большая часть новых случаев выявлено в Новом Уренгое 100, в Губкинском 21, в Таркасале 11, в Салехарде 9, в Муравленко 5 новых случаев, по 4 в Надыме и Лабытнангах, 3 в Ноябрьске и Пуровске. Единичные случаи подтверждены в Харпе и Ярсале. Всего за сутки на Ямале госпитализировано 1011 пациентов, 19 в тяжелом состоянии, 2 в крайне тяжелом, 12 человек находятся на поддержке аппаратов ИВЛ. За сутки выявлено 40 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.